Спасибо, Алексей. Буду пить чай и наслаждаться путешествием по Уралу. Ведь сегодня мы отправимся туда, где девушки не используют косметику, но при этом выглядят молодо и красиво. Рубрика «Все путем Урал». Программа путешествиях «Все путем» представляет сеть народных магазинов «Галамарт». Не дай себя обмануть. Покупай дешевле. Твой «Галамарт». Доброе утро, касатики! Ну что, мы продолжаем путешествие по нашему Уралу. И сегодня мы в Коптелово. Есть поверье, что в далеком 1663 году прародитель всех коптеловцев по имени Иван, по фамилии какой бы вы думали, ну Коптелов, конечно, плыл на лодке по реке Реж в поисках места, где бы осесть на жительство. Увидел ложок и впадающий в речку чистый веселый ключик, да и срубил избу прямо здесь. Отсюда и пошла разрастаться деревня. Кстати, эта первая Иванова изба до сих пор в деревне стоит. Вот строили-то раньше. На вопрос... С чего начинается родина, коптеловцы говорят, с родника, который уже протекает более, друзья мои, 300 лет. Здесь девушки умываются, парни ободряются и живут здоровой, счастливой жизнью. Вот он, родник, можно даже потрогать. А, холодная. Часть водицы родниковой уходит на молочный завод, что неподалеку, а оставшийся хватает на все – и для питья, и для солений, и даже для полоскания белья. А еще, по преданию, вода из родника какой-то особой силой скрепляет настоящую любовь, сохраняя чувства молодых на долгие-долгие годы. Именно поэтому коптеловский источник прозвали «родником влюбленных». А если умываться той водой, то и косметика никакая не нужна. От этого девки в Коптелово шибко баские, ну красивые то есть, и экономные, на косметику не тратятся. Сельчане очень чтят свои корни, поэтому у них огромный музей истории и быта крестьян. В 1984 году музею было присвоено звание народного. Неудивительно, что наша народная бабуля сюда заглянуть решила. Здесь и уникальная коллекция сельскохозяйственных орудий и агрегатов, и целый павильон народных ремесел, и даже деревенская кузница. Ну а сердце комплекса – вот эта изба. Ни много ни мало памятник архитектуры 17 века. Одним топором, да без единого гвоздя срубленная. А зовется она «Избой бабы Кати» по имени последней хозяйки, товарки нашей бабуси Екатерины Калининой. Сюда мы в следующий раз и направимся. За организацию наших туров благодарим vistaraja.com. Открывай Урал вместе с Виста. Утренний экспресс. День начинается с нами.